Всем привет, друзья, с вами Нильф Горный, и я сделал нового снайпера. Убрал всех остальных паучков и сделал одного. Сухопутный, полностью сухопутный снайпер, то есть он у меня не может летать, он только у меня ходит. Что же в нем? 5 снайперских пушек и 2 СМГшные пушки, прям вот спереди. То есть если уж как-нибудь там в ближнем бою мне с кем-то придется встретиться, да, то я вот так вот постреляюсь. Так что я уже не туда пошел. Вот я уже не туда пошел. На самом-то деле. Вот я уже не туда пошел, заболтался. И, блин, надо было вот там вот идти. Ну ладно. Давайте переключаемся на снайпера и попытаемся что-нибудь сделать. Я вот единственное, что не поставил, сейчас вспомнил об этом, не поставил ни одного радара. Вот что. Это, наверное, будет большим минусом. Ну, давайте, вот здесь вот по-любому кто-то сейчас выйдет. Да, он там стреляет, но... И там стреляет, блин, везде стреляет, и... Я даже не знаю, в какую сторону лучше. Черт, черт, я никого не вижу, главное. Но, по-моему, вот там вот... Давайте, поглядывая, пойдем вот в ту сторону, потому что там, по-моему, замес. Там у нас, по-моему, проигрывают территорию. Это очень и очень плохо. Хотя у нас уже противников двоих убили. Но вот здесь мы сейчас постреляем. Нет, не постреляем, потому что я сразу получаю. Почему-то я получаю, никто кроме меня и не получает. Ну ладно. Давайте попытаемся сейчас еще раз шмальнуть. Что-то я не понял, почему у меня пушки не стреляют. Вот это единственный мой выстрел сейчас только. Странно, это я, честно говоря, не понял, почему так происходит. Почему пушки как-то заторможены были. Не та карта для теста робота, конечно, не та карта. Да и вначале я тоже ступил, не туда пошел. Надо было сразу, что ли, в обход идти, не знаю, наверное... Почему-то очень... Вот мне больше всего это у снайпера напрягает, то, что очень медленно пушки перезаряжаются. Прям вообще очень медленно пушки перезаряжаются. Ну ладно, хоть в кого-то постреляли хотя бы чуть-чуть. На этом хотя бы спасибо. Такой грохот. О, господи. Вот здесь вот грохот вообще прям... Грохот ног. Грохот рук. Ладно, давайте сразу наверх залезаем. Сверху сейчас постреляем. Попробуем, по крайней мере. Есть, попали, это хорошо. Сейчас я сосредоточенно пытаюсь прицельно бить. Поэтому... Ну, хотя бы одного я забрал, ну и чуть-чуть настрелял. Слабо, конечно, очень сильно, но пока что ладно. Этот бой не показательный совсем никак. Попытался достичь максимальной эффективности снайперских винтовок. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тем, что поставил их 6. И вот последний я просто наверху поставил на огромную балку такую. То есть, чтобы она торчала выше всех. Не знаю, хорошо ли это. Ну, посмотрим. У нас уже минус 1. Не знаю, каким образом, честно. Я... Научите меня так делать. Быстро минус 1. Ну, понятно, что всегда найдутся какие-нибудь глупые создания, которые захотят быстро умереть. Или вылезти просто в наглую куда-нибудь и получить. Так было всегда, так будет всегда. Так. Куда бы вот нам, наверное, на ту сторону. Но я боюсь туда лезть один, потому что... С
сами понимаете, я просто могу там получить, очень нагло получить. Прилетит туда какой-нибудь самолетик, и все, мне кирдышка. Давайте вот здесь вот, ну. Вот типа такого вот. И все. Чувствуется на вот на этом. Мой. Ух. Давай, блин. Там вообще сладенький прям, ну. Энергия, ну. Ах, один выстрел, и я промахнулся. Так. Блин, не то место выбрал, не то место выбрал. Ей. Ух, просто настреливаем, просто настреливаем. Еще. Я не знаю, что это, ну, фейстролл, понятное дело, но его и убить практически очень сложно, потому что по нему приходится стрелять. Ну все, здесь уже надо отходить, потому что по мне пошел урон. По мне начали шмалять, нужно отрегениться. Фу, ребят, я реально, я прям затаил дыхание. Обожаю такие бои. Обожаю, где приходится напрягаться. Где приходится... А зачем он прыгнул? Я вот этого не понял. Ну что, у нас нету зениток, я не понимаю вот этого. Я не знаю, я уже столько настрелял, это... Ну, я не вижу на таком расстоянии, ребят. Я просто тупо не вижу на таком расстоянии. Я устал отстреливать их. Я стреляю уже вот куда только можно. И мы проигрываем. Явно мы проигрываем, потому что у нас не остается... У нас до сих пор не могут убить хилера. И вот это вот очень... О, начинается. Я не понимаю, ну что он... Но он меня отстрелит, потому что у него есть хилер, у меня нету лекаря, вот и все. И нас, посмотрите, от... Ну что мы можем ему сделать? Мы ничего ему не можем сделать. У нас зенитки не могут его убить, наконец-таки! Наконец-то! Блин, только вот этим занялись. Ну все. Но теперь мы просто проигрываем, потому что у нас не осталось техники нормальной. Ну, здесь я ничего не могу сделать, конечно. Здесь я единственное могу вот попытаться только... На-н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 а! Ну, тут бесполезно, поэтому я просто иду сдаваться. Это бесполезный бой дальше продолжать. Это будет последний бой на сегодня, потому что, ну, что бы я ни делал, у нас все решает команда, это неизбежно.
И здесь, я думаю, тоже ничего хорошего. Ничего хорошего не получится, потому что все-таки... Сами понимаете, какие у нас команды попадались, попадаются и будут попадаться. Ну ничего. Да, возможно, у нас дойдут со спины. У нас очень большой, посмотрите, очень крутой прям большой, к которому тут же моментально отстрелили одну пушку. И все, в принципе, я думаю, на этом закончим. Потому что продолжать... Кто по мне? Это еще какой-то и робот, к тому же. Офигеть. Нагло, прям очень нагло. Жестко и нагло. Ну где? Я не вижу никого. Я никого не вижу. У нас там опять наш большой дядька, он почему-то там один. Ну, потому что он за... Я не знаю, зачем он туда пошел один. Вот честно. Для чего? Лично я считаю, что все, он, ну, все, он проиграл. Потому что там поддержки он не ощутит от нас. Наш воздух, он какой-то, ну, стесняется очень сильно. Он что еще тут? Со спины нас не обходят. И что-то еще и подглючивает ко всему к этому. Ну все, минус большой. А, черт, ну вот чуть-чуть не попал. Вот чуть-чуть. Ну, я даже не знаю, что здесь сказать. Да, мы, конечно, вроде бы... Кто? Ну, ладно, давай. Я его сейчас разберу, блин. Ну давай. Черт, не хватило. Кто-то по мне лупит. Понятно, вон снайпер. А, ну мы все, мы же проиграли уже. О, да, ребят. Ставьте лайки, если вам понравилось. И удачи вам с вашей командой. Всем всего хорошего. Пока.